Неведение же зло, и мы называем его состоянием глупости. Как говорят мудрецы, все всегда течет вверх и вниз. Шутка иногда бывает отдыхом от серьезного дела. Ни мудрость, ни ум никогда, разумеется, не могли бы возникнуть без души. Все мудрецы, которые в самом деле себя превозносят, согласны в том, что ум у нас царь неба и земли, и, пожалуй, они правы. Конец и начало образуют предел каждой вещи. Не подобает тому, кто в нужде, быть стыдливым. Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого. Все есть движение, и кроме движения нет ничего. Человеку не под силу преуспеть в искусстве, которое ему чуждо. В судах решительно никому нет никакого дела до истины, важна только убедительность.